В подмосковных Котельниках сгорел сервисный центр. Здание, в котором ремонтировали лодочные моторы, загорелось накануне утром. Огонь быстро охватил 700 квадратных метров. Это произошло из-за возгорания машинного масла на складе. В тушение были задействованы 30 машин и вертолеты. Примерно за час пламя удалось локализовать, а к 5 часам дня потушить. По предварительным данным, пострадал один человек.